Александр Кролевец пишет, то, что запрос надо еще яйцы иметь. Я, кстати, твоего шовинизма, так будем выражаться, абсолютно не разделяю. И вот эта довольно глупая конструкция о том, что у русского народа генетическое рабство там или что-то еще. Я русофоб, и я этого не скрываю. И, в общем-то, мои какие-то высказывания, да, можно сделать логический вывод соответствующий. Но я абсолютно не верю ни в какое генетическое рабство россиян. Я хочу напомнить, Александр Кролевец, так без обид, но я скажу такую, может быть, немножко обидную историю. Но если бы генетические рабы россияне не стояли бы возле Белого дома в 91 году, когда танки ездили по Москве, и когда каждый час была информация о том, что сейчас будет штурм, то ты меня прости, мы бы не сидели в независимой Украине. Да, может быть, это звучит как-то там категорично, да, или как-то еще, но вряд ли бы мы сейчас с тобой сидели в независимой Украине. Вряд ли бы была независимая Литва, Эстония, Латвия в том виде, в котором они существуют сейчас. И это благодаря рабам-россиянам, которые ложились под танки на Новом Арбате, на Манежной площади, на Большом Замоскворецком мосту, на Можайском шоссе и так далее. Да? Так, на секундочку. Если идти в обратную сторону, то, извините меня, даже коммунистическая революция, при всем моем абсолютном ужасе, это главная трагедия вообще человечества, на мой взгляд, главная трагедия человечества – это коммунистическая революция в России, которая после повлекла огромное количество проблем для всего мира. Даже коммунистическая революция в России, но люди с оружием вставали и воевали. Да, за идиотизм, да, за ложь, да, за авторитарное государство, которое потом этих же людей убивало, но вставали с оружием и воевали. Поэтому говорить о каком-то там отсутствии яиц, проблема не в этом. Отсутствие мозгов, мать-перемать, вот это может быть проблема. Здесь я спорить не буду. Но не отсутствие яиц. Владимир Ильин пишет, Сереже не нравится русскость, а он делает вид, что воюет с путинизмом. Ты умница, Владимир Ильин. Потому что ты думал, что ты меня сейчас как-то подловишь на этом, а ты абсолютно прав. Потому что путинизм – это не фамилия. Вот это одна из самых, твою мать, главных проблем оппозиции. Оппозиции в глобальном смысле, не в смысле Навального, а в смысле нас с тобой, рядовых людей, которые не согласны с этим режимом. Мы думаем, что путинизм – это фамилия. Ну что, мы сейчас уберем Путина, поставим туда Шойгу, я не знаю там кого, Володина, Собянина или кого-то еще, и все станет сразу хорошо. А путинизм – это идея. Это идея имперскости. Это идея, ну, многих-многих вещей, да, там, вот этой глобальной войны. Идея глобальной войны. Повсюду враги со всех сторон. Все нас атакуют, нашу нравственность, нашу мораль, хотят отнять у нас язык. Бельгийцы, датчане сидят в Копенгагене и хотят запретить в Саратове говорить на русском языке и читать Пушкина, понимаешь? Это путинизм, это идея. И почему я говорю, и вы надо мной смеетесь, когда я говорю, что Путин может быть еще 20 лет, 30 лет, 40 лет. Потому что вы Путина тождествуете с каким-то телом, с какими-то костями, мышцами и нервами. А Путин – это не тело. Так же, как и после Сталина дело его жило. Может быть, в других масштабах, но жило еще сколько? 60 лет. Так же, как и сейчас это дело живет. Сейчас в России тот же самый коммунизм. Экономическая система изменилась, да. Но политическая система абсолютно та же самая. Ну, посмотрите, аннексия Украины – это та же самая ситуация, что была аннексия Литвы, Латвии, Эстонии в рамках соглашения с Германией перед Второй мировой войной. Все эти ФСБшные структуры – это те же самые КГБшные структуры. Весь этот культ личности, наш единственный Богом избранный царь, это все тот же самый там сталинизм, брежневизм, называйте как хотите. Все эти партбюро, Единая Россия, одна партия и какие-то псевдооппозиционеры, это та же самая партия КПСС. Все абсолютно то же самое. Вся эта внешняя имперская политика, опять нас пугают НАТО, опять нас пугают американцами.
Опять нам показывают мультики про то, как на нас там бросают бомбы. Это все то же самое. Вся эта пропаганда, запрет на свободы слова, свободы печати, все эти государственные СМИ, которые огромные деньги на себя тратят. Все то же самое. Потому что путинизм родился не при Путине, а он родился гораздо раньше. И поэтому, да, я его отождествляю, к сожалению, на сегодняшний день с русскостью. К сожалению, я его на сегодняшний день отождествляю с русскостью. Потому что это все было и в начале 20 века, все то же самое было в начале 20 века. И в середине 20 века, и в конце 20 века, Пражская весна, литовское подавление телецентра вильнюсский и все прочее. Все это повторяется уже сотню лет, а на самом деле и не одну сотню лет. И да, я это буду называть русскостью. Мне хочется, чтобы русскостью называли тягу к демократии, тягу к правам человека. Мне хочется, чтобы русскостью называли миролюбие. Когда мы говорим про датчан, или когда мы говорим про голландцев, или когда мы говорим про, я не знаю, там, назовите, бельгийцев, никому в голову не приходит, что бельгийцы завтра начнут клепать танки, какие-то там кордоны выставлять и атаковать кого? Лихтенштейн атаковать? Или кто? Бельгия будет там атаковать, не знаю, там, Швейцарию? Никому в голову это не может прийти. Хотя это развитые, богатые страны, гораздо более богатые, чем Россия в глобальном смысле. И мне хочется, чтобы русскостью называли тягу к демократии, правам человека, миролюбие, сменяемость власти и какие-то принципы современного государства. А пока я русскостью называю весь этот дремучий, идиотский, имперский вирус, который у нас в головах уже несколько сотен лет. Да, я это буду называть русскостью. Делайте со мной все, что хотите. Почему литовцы от этого могут уйти? Почему украинцы от этого могут уйти? Почему белорусы могут от этого уйти? Казахи от этого могут уйти? А россияне от этого не могут уйти? Александр Кролевец пишет, что котлеты потерял на плите из-за меня, сжег. Блин, ну это проблема, Александр. Ты теперь будешь голодным из-за меня? То есть ты меня сейчас оставляешь с чувством вины за то, что я тебя оставил голодным. Я правильно тебя понимаю? Пришли мне адрес, блин, я тебе приготовлю котлеты и отправлю. Но вкусно не будет, я тебя сразу предупреждаю. Но без новичка, даю слово. Сергей Быстров пишет, путь к сердцу Лукашенко лежит через Путина. Да нет, надо не... ну, это тоже же, это же вы же понимаете. Мне, честно говоря, вообще плевать на Лукашенко. Мне даже плевать на Путина. Потому что я говорю, Лукашенко это тоже отождествление определенного вот, то есть, образа мышления. Да? Отождествление вот этого повсюду враги. Лукашенко это же самый главный близкий брат Путина. По своему вот этому совковому представлению. Вот Лукашенко точно такой же совок, как и Путин. И мне хочется, чтобы люди боролись не с Лукашенко, и люди даже боролись глобально не с Путиным, а люди боролись вот с этим совком в голове, с имперщиной в голове, с вот этой политикой всеобщего какого-то... всеобщих врагов, вот, поиска вот этого всеобщего врага. Вот это вообще уникальная абсолютно черта русских людей. Ну и, наверное, в каком-то смысле белорусов тоже. Весь мир хочет нас там что-то завоевать. Ну вот объясните мне, почему весь мир не хочет завоевать Норвегию? Почему весь мир не хочет завоевать Данию? Американцы запретят нам говорить по-русски. Но почему американцы не запрещают говорить по-русски, вернее, по-норвежски норвегам? Почему американцы не запрещают говорить на голландском голландцам? Голландия страна НАТО, в Голландии есть натовские базы. Почему там никого не запрещают говорить на голландском? Почему, блядь, на русском-то запретят? Вот в Саратов приедут американские войска на Абрамсах и будут бить вас плетками за то, что вы говорите на русском. Как у вас в голове-то это помещается? Ну, то есть,
Вы же, блин, люди нормальные. Ну, в смысле, у вас диагнозов нет. Вы же не шизофреники. Вы же ходили в те же школы, в которые я ходил. Вы же на тех же улицах росли, на которых я рос. Ну, почему вы дураки-то такие? Объясните мне. Откуда у вас это взялось? И причем, блядь, 200 лет уже одно и то же. 200 лет. И, ну, наверное, за 200 лет-то можно что-то понять. Нет. Ну, уже гребаный совок этот развалили. И опять этот совок восстанавливаем. Ну сколько еще нужно? Еще 200 лет? Еще 200 лет гадить в деревянные сортиры? 20 сколько там, 7% людей деревянные сортиры в России имеет. Еще 200 лет будем гадить в деревянные сортиры? Маск уже полетит на Марс, вон через несколько лет. И я, кстати, думаю, что реально полетит. Буквально через пару лет. Не через 10 даже, а через пару лет. А у нас 27% людей в деревянные сортиры гадят. Ну, я не могу понять. И мы гадят в деревянные сортиры и радуются, что могут говорить по-русски при этом. Зато американцы вас не лишат этой священной возможности. Светлана пишет, россияне не могут уйти от имперскости, потому что это единственное, что их держит вместе. Да нет, я бы так не сказал. Я бы не стал так говорить. Россияне не могут уйти от имперскости по одной простой причине, потому что россияне несколько сотен лет живут в абсолютной изоляции. Люди вообще не знают, как можно жить за пределами Саратова, Воронежа и так далее. Абсолютная изоляция. При совке, ну, я думаю, не надо никому объяснять, да, то есть все, что мы знали из-за кордона, это журнал «Крокодил». Вот все, больше никто нам ничего не рассказывал, как там живут люди, да? И сейчас, на самом деле, несмотря на появившиеся возможности и на все прочее, менее чем у 20% россиян есть загранпаспорт. Это я даже не говорю про регулярные поездки, про что-то еще. Менее чем у 20% просто есть загранпаспорт. Понимаете? И когда весь мир живет, ну, в какой-то общей интеграции, даже Латинская Америка живет в какой-то интеграции со всем миром. Латиноамериканцы, вы приедете в Европу, во Францию, в Германию, посмотрите, сколько латиноамериканских туристов. Уже Азия, которая была буквально 20-30 лет назад, я извиняюсь, помойкой была, сейчас Азия живет в интеграции со всем миром. В Индии крупнейшие компании, IT-компании, фармакологические компании. Жители Индии, граждане Индии, летают по всему миру, в Соединенных Штатах, в Европе. В Европу приезжаешь из Индии огромное количество людей. А россияне где?